Всем приветик, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я не один, со мной... Тик-так! Да, ребята, и сегодня у нас будет мега-дуэль Кента ПК против... А, как Тик-така. Там тебя зовут? А, против Тик-така. Слышь, ты чё вообще офигел? Самого крутого игрока стендоффа не знаешь? Позор. К вашему вниманию представляю просто нереальный сервис под названием standrop.com. Именно тут вы сможете по самым дешевым ценам выбить самые крутые скины. Кейсы вдвое дешевле, чем в игре. Также тут много разных крутых режимов. Ссылка в описании, а по промокоду Кент вы получите двойной депозит. Также я напоминаю, что чем больше лайков, то тем скорее следующее видео с Тик-Таком. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, какое видео с Тик-Таком вы хотите. Любое видео с ним снимем, ребят. Тик-Так, я же согласен? Конечно. Ребят, будем его эксплуатировать по полной программе. Я как раб буду, знаешь? Ну что же, давай, погнали, вперед в атаку. Я сзади, если что. О, ну спасибо, что хоть не убил спину. Я польщен. Опа, смотрите, ребят, смотри, что он танцует. Это ради меня? Для меня ты танцуешь? А ну давай на картах. Тише, на картах! На картах! А ну присядь. Давай. Ну-ка! Я хейтер! Опа! Также, ребята, я напоминаю, что если вы наберете хотя бы 5к лайков, то тогда я сниму дуэль против Тик-Така на оружиях! Ребят, на оружиях, вдумайтесь. О, на оружиях? И это реально будет очень круто. Опа, смотри, моя топ-тактика. Опа, Кент есть, Кента нету. Кент есть, Кента нету. Кент есть, Кента нету. Опа! Ах ты говнюк, ах ты. Ребят, тактика Кента ПК работает, видите? 2-0. Очень-очень хорошее начало. Отвлек меня, главное, специально забайтил. Ну окей, окей, окей. Но ничего, у меня, ребята, еще есть очень много тактик. Я всю ночь думал, как выиграть Тик-Така. И вот недавно только что придумал. Так, 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 так. Тик-так, вы где там? Смотри, я смотри, птичка, птичка! Опа! Блин. Опа! Вот негодяй. А что такое, не сработало? Ты хотел меня отвлечь, и у тебя не получилось? Ребят, где знаете, Тик-так уже на сотый раз выучил, что это все-таки обманка. Какой сотый раз? Ты обманка. 2-1, Кента пока побеждает, это очень хорошо. Я думаю, в принципе, можно, ну, на этой маленькой победе закончить видео, пока я побеждаю. Не обязательно снимать продолжение. Те два раунда это была разминочка, я ногами играл. О. Опа! Обалдеть, ну, ребят, ну, в спину убил. Видели? Кто видел, плюсик в комментарии. Ну, ребят, в спину убил. Какую спину? Кент отмазывается, не надо отмазывать. Опа! Нормально, 2-2, пока что побеждает дружба, ребят. Байт на... А ну, выкинь еще раз. Да, я не могу... Опа! Опа, а ну иди сюда, опа. Ой. А, управление зависло. А, развисло. А, давайте сюда. А ну-ка, ребят, смотрите, сейчас, короче, будет супер прием. Мой прием называется торнадо. Ух ты, блин! Ой, не сработало. Торнадо брюхо порезал торнадо. Оу! Ух ты! Вот это было горячо! Оу! Ай-яй-яй, очень горячо! 3-2, Тик-Так побеждает! 3-2, в принципе, не такой уж и большой у тебя отрыв, поэтому. А ну иди сюда! А ну иди сюда, негодяй! Тик-Так! Тик-Так! Тик-Так, мне страшно, вы где? Ну я что-то не сомневался, что где-то там. Ой. Ой. А как ты выжил? Прям в голову попал. У тебя какая-то кирпичная голова. У меня... Как? Обалдеть. Я попадаю в голову Тик-Таку, он выживает. Голова с панцирем у меня. Такая. У тебя, походу, какой-то шлем на голове. Или шляпа. Да, я просто новую версию стендоффа скачаю. Сань, шляпу с головы сними. Так нечестно. Слышь, я новую версию стендоффа скачал, там бронежилет купил и шлем. Да, да, ты что? А базук там нету и танков, и вертолетов. Опа, опа, Кента ПК. 4-3, 4-3, 4-3, Кента ПК. Почти побеждает. Ну, почти там, маленький-маленький отрыв. Ребята, я напоминаю, что мало ли кто-то забыл, что надо сделать Тик-Так, ну напомни им. Мало ли кто-то забыл, меня зовут Кента ПК. Не-не-не, это, мало ли кто забыл,
Ребят, мало ли кто забыл, а это тик-так. Ладно, шучу, опять не это. Мало ли кто забыл, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Да, на канал тик-так. На канал Кента ПК и тик-така тоже. На наши два канала. Опа! Да, о! Детка, 4-4! У меня залагало! Ребята, у кого хоть раз лагало в игре, ставьте плюсик в комментариях. Я, короче, на секундочку пофыкашил, и уже тик-так пришел меня убивать. Тик-так, ну некрасиво. Некрасиво, хэштег некрасиво. О! О, да! Да! Да, победа! Ну что же, тик-так, вы готовы к продолжению нашей дуэли? А проиграть? Ну, а проиграть готовы? Конечно. Опа! Ой-ой-ой. Ну, ой-ой-ой, ребят, ну такая небольшая фора тик-так. Ну, понимаете, ой-ой, ну как, надо дать небольшую ой-ой-ой фору тик-таку. 5-5. Ну, смотри, ну тут тупо изи вообще был раунд, конечно. Ну, конечно, потому что я тебе дал небольшую фору. Я сзади. Ага, ну спасибо хоть признался, спасибо за твою честность. Опа, смотри, опа, кента нету, оп, кент есть, кента нету, кент есть. Кента нету. Уху. Как? Кента нету. Офигеть. Скажите просто за что, скажите мне, пожалуйста, за что мне такое наказание? Почему он не убивает с одного удара, я его с двух. Тик-так, вы тут? Да. Подгузник поменяли? Конечно. А, ты, я думал, ты имеешь в виду тебе. А ты что, мне менял подгузник? Конечно. У тебя жук нету, ты сам попросил поменять. Ой-ой, 7-5, нет. Кент, соберись. Да, соберись, Кент, соберись, ты нубасик. Ребят, нам нельзя проигрывать ни в коем случае. Просто ни в коем, ни в малейшем. Не вот проиграешь. Сейчас тупо я, победа. Я даже сидя. А, сидя, ну вот это ты зря, вот это ты зря. досиделся тик-так. Хорошо, ну этот раунд. Вот это пушечка, ребят, 7-6. Я почти догоняю тик-така. Блин, вот это экшен. Ребят, главное не слиться, главное не слиться. Давайте. За шаурму! Опа! Офигеть, шаурма, я тебя люблю! Ну что же, ребята, пока что счет 7-7. Кента ПК и тик-так. У нас ничья, кто же победит? Ну ничья. Что, давай. Вы готовы? Вы готовы, молодой человек? Я тебе поддавался по максимуму. Ой. Выигрывать, ребята, и уходить. Просто смотрите мою супер тактику. Ща батька покажет. Тактика викингов не сработала. Да, изи. Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на наши каналы, напишите любой хороший комментарий, и самое главное, что самое главное, тик-так? Поставьте лайк. Да, и нажмите на колокольчик. Все, ребята, всем удачи и всем пока. Ссылочка на канал тик-така в описании.